То есть больше работает легкие. После этого чаще всего бывает головокружение, болит голова. Чуть-чуть подвисит. Еще раз. Здесь ты просто должен чуть-чуть выдыхать. Даже не надо выдыхать, просто чуть-чуть как бы сдерживать. И все. Я тебе объясню. Просто опыты проводили. Некоторые так делали, теряли сознание на них штангофан. То есть, чтобы ты просто знал. Хорошо. Все, ты там что-то делать можешь. Знаешь? Крест все. Крест, да? Хорошо. Так. Построились. О. Да, вот так. Значит, так, оленя, дец, матер. Мы дзюдоисты, дзюдо. И руку жмем, ничего. В зал заходим. Поклониться. И дальше. Здравствуйте, Лена Анатольевич. Или там, думал, но как прям. Уходим. Пиши. Опять. Поклониться и уходим. Тренер. Имя отчество. Как ты имя отчество? Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич. Как фамилия? Сергей Анатольевич Которопенко. Да. Второй тренер. Тренер Дова, Андрей Лордой. Как? Юрий Александрович. Фамилия, номер. Сафонов. Сафонов. Да, Сафонов Юрий Александрович. Дальше. Кыцарин, когда я родился? Когда я родился? Что? Он принес мне кофе? Нет. Видите, поэтому не знает, но я его накажу за это. Ему придется попросить меня. Кимоно, еще что-нибудь, я скажу, ты мне кофе принес? Какой я люблю кофе? Ягод. Большую. Нет, корицу сами. Ягод в большую банку. А лучше всего пакет, потому что банка 40 рублей больше. Теперь дальше. Родился 10 января 1954 года. В этот мы празднуем Юрий Александрович. Я первый сентября, что у нас? Черный год. Да? Нам подарки не нужно. 31 декабря. Что это? Новый год. Новый год. Нам не нужно, у вас есть родственники. Поздравляйте их. Но здесь январь, а их подарок. 100%. Почему? Вот Макс, он нехорошо делает. Не поздравляю. Так, Алинея. Привет. Привет. Влюбился, что ли? Полюбили. Да, ну да, ты не тот же. Так, вот мы растоголили на следующей тренировке. Пожалуйста, не давай мне еще...